Здравствуйте, друзья! Сегодня мы наконец-то проведем новый лайв. У нас в самом разгаре учебный год, ученики приезжают в Великобританию, уже почти все прибыли. И сегодня я хотела бы познакомить вас с специалистом из приемной комиссии школы ACS Cobham, которая находится в графстве Суррей под Лондоном. Это очень популярная школа, не традиционная британская, но очень-очень востребованная и среди британских родителей в том числе. Я хочу сегодня поговорить с Анастасией Коттон. Она работает, как я уже сказала, в приемной комиссии этой школы. И она расскажет вам на все вопросы. Пожалуйста, их присылайте. Будем отвечать по мере возможности. Здравствуй, Анастасия. Доброе утро. Как доброе дела? Утро. Наташа, привет. Все отлично. Слава богу, связь работает. Да, супер. Нам это удалось. Да. Пока искусственный интеллект нас не победил. Да. Я уже сделала небольшой introduction, представила тебя, поэтому перейдем прямо к делу. Хорошо. Анастасия, расскажи, пожалуйста, чем отличается международная школа типа Cobham от обычной традиционной, и почему вообще ты считаешь хорошо учиться именно в вашей школе? Кому, какому типу ребенка она подходит? Наташа, спасибо большое, очень хороший вопрос для начала. Ну, поздороваюсь со всеми, всех приветствую, кто с нами вживую и кто будет смотреть нас в записи. Может быть, скажу буквально пару слов о себе. Я вице-декан в приемной комиссии в школе Cobham, ACS Cobham, и уже 6 лет здесь работаю, но на самом деле, как и Наташа, имею многолетний, можно даже сказать, декады опыта работы в сфере образования за рубежом. И на самом деле прекрасный вопрос, Наташа, ты задала, и хорошо с него начать, потому что, работая с русскоговорящими родителями, я очень часто сталкиваюсь на непонимание принципов международной школы, потому что многие родители ошибочно считают, что международная школа — это так, школа для иностранцев, куда съехались те, кого никуда больше не взяли. И это настолько такая огромная мисконцепция, потому что международная школа — это школа, востребованная среди детей послов, среди детей дипломатов, звезд, очень важных личностей, бизнесменов, банкиров. То есть, как правило, в международные школы поступают дети из очень тренированных семей. И ты не поверишь, но несмотря на то, что очень многие годы в нашей школе преобладала американская национальность, в этом году мы провели проверку статистики, и лидирующая национальность во всех наших трех школах Великобритании — это именно британцы, то есть местные английские семьи, которые все больше и больше отдают предпочтение международному образованию. Ну, в чем главное отличие? Наверное, я разделю их на две категории — видимые и невидимые. Угу. Потому что, когда ты приезжаешь в международную школу, то, что сразу бросается в глаза, это мультикультурность, мультинациональность. Ты сразу понимаешь, что здесь дети отовсюду. В нашей школе, например, в ACS Cobham учатся дети, представляющие 70 национальностей. 90% из них — это местные ребята из Лондона и лондонского пригорода. Но, тем не менее, они могли родиться в Марокко, они могли родиться в Китае или в Мексике, или большую часть представляет все-таки у нас студенческий наш как бы коллектив, это европейские национальности, но неважно, все равно большинство из них — это британцы и американцы. И это видно, потому что ты слышишь разные акценты, ты видишь детей, которые выглядят по-разному. И это видимое. Еще один, наверное, видимый показатель — это то, что у нас нет формы школьной. Да. У нас есть дресс-код, и дети должны выглядеть как дети, они должны выглядеть как студенты. Но это то, что бросается в глаза, то, что родители, которые, как правило, приезжают посмотреть школу, да, на первый взгляд, они проезжают там 5-10 школ, и тут они попадают в Cobham, и тут раз, а здесь дети одеваются. Что-то новенькое. Да, как им нравится. И могу тебе сказать, что первая реакция всех студентов потенциальных: «Вау, мне это нравится». Ну, потому что все-таки
традиционно форма Великобритании, она была создана для того, чтобы создать чувство сообщества, что это, например, Итан, или это Хэроу, да, или это Уикам Абби, чтобы у каждого было свое лицо. А у нас же все разные. Как мы можем одно лицо навязать людям, которые имеют такую глубокую индивидуальность, такое разнообразие культурное? Разве можно это делать? Поэтому есть дресс-код, чтобы не было кричащих брендов, рваных джинс, чтобы они выглядели как студенты, но позволяем выражать индивидуальность через свой внешний вид. И, естественно, это видимое отличие. Среди невидимых это, наверное, атмосфера в классе, потому что 50% важности отдается голосу преподавателя, но 50% важности это голос студента. Еще, наверное, все-таки менталитет. Вот это вот global vision, да, дети, они варятся в этом международном котле, они в классе и тебе с сверстником из России, и из Японии, из Австралии, из США, из Канады, и у каждого из них свой способ самовыражения, как отвечать в классе. Как быстро реагировать, что сказать, как сказать. И при этом они учатся, что нету правильного, неправильного. Есть разное, но при этом И, из общего наверное, они не общается. учатся сразу работать в международной команде, да, потому что в любом случае Абсолютно. мы сейчас живем в мире, где мы все на расстоянии, скольки уже, 3, наверное, рукопожатий. Да. Поэтому, если ты не научился приспосабливаться к разным культурам и к разным характерам, то тебя ждет в этой жизни неудача. Да, абсолютно, Наташа, ты права. Нельзя сказать лучше. И то, что мне очень импонирует в нашей школе, я знаю точно, на 100%. И здесь ошибки быть не может. Куда бы судьба ни забросила выпускника ICS, я знаю, что они будут процветать в любой точке мира, потому что Да. они научны. И при этом они научны этому не в уроке, а среди вот через жизненные Да, обстоятельства, через жизненные жизнь, через ситуации. ежедневные какие-то Да, через ситуации. ежедневное общение. И они умеют заводить дружбу с ребятами отовсюду. Поэтому ментальные различия, культурные различия, расовые различия, религиозные различия, они их не пугают, они их не отталкивают. Они просто знают, что так бывает, и они принимают это. Вот это и есть как бы дипломатия в сердце, да? То есть они Да. растут, у них дипломатия течет по жилам. Вот. Да. Смогут потом реализоваться в любой системе координат. Абсолютно, абсолютно. Настя, скажи, пожалуйста, а почему школа называется американская? Ряд родителей могут автоматически думать, что это только для тех, кто хочет потом учиться в Америке. Что ты скажешь об этом? Ну, все-таки мы находимся в Великобритании и с большой радостью отдаем дань нашим историческим корням. А исторически школа была основана для детей американских дипломатов, проживающих в Лондоне. Поэтому мы оставили наше имя ACS, American Community School. Но это всего лишь дань нашей истории, нашему происхождению. Потому что ты бывала у нас не раз, и ты знаешь, что да, у нас есть американские ребята, да, у нас есть американские семьи, но школа далека от того, чтобы быть чисто американской школой. Мы настоящая международная школа, которая под своей крышей объединяет представителей 70 национальностей, а в пансионе 33 национальностей. Скажи, пожалуйста, какие есть программы для учеников старших классов и куда, соответственно, они могут поступать после вашей школы? Ну, начну с конца твоего вопроса. Куда угодно. Это вот такой лаконичный ответ. Конечно, мы можем его развернуть. Самая популярная программа в нашей школе — это международный бакалаврат, IB, International Baccalaureate. Я несколько произношений делаю, потому что многие родители, они кто-то знаком с одним названием, Да. кто-то английский понимает. И я, конечно, очень большой приверженец и сторонник именно программы IB, потому что она дает очень много преимуществ. И о преимуществах я скажу чуть позже. И она дает возможность поступления в университеты, ну, наверное, практически в любой стране мира, куда, наверное,
наши родители хотели бы, чтобы И их даже в России, и даже и в России. То есть, да, иногда родители хотят, чтобы дети вернулись обратно на родину, то есть в России тоже признается. Но, тем не менее, каждый год около 60% наших детей выбирают программу IB, и остальные 40% выбирают другое направление, это американская программа, и у нас есть два разветвления американской программы, это US High School Diploma, сертификат о среднем образовании американского стандарта, и также есть Advanced Placement Courses, проще AP, как их называют. Это тоже американская программа, но продвинутого уровня, которая приравнивается к первому году обучения в американском университете. Я думаю, даже вот это вот как бы описание, оно говорит само за себя, да? То есть стандартный диплом — это для детей, у которых нормальные средние способности, и продвинутый уровень для детей, у которых действительно есть определенные академические таланты, которые имеют не только таланты, но все-таки умеют работать самостоятельно, умеют организовать свое время, умеют показать постоянство рабочего процесса в течение учебного года, и в связи с этим они могут тогда квалифицироваться для того, чтобы подаваться на более продвинутую программу. То есть мы можем, извини, тебя перебью, мы можем советовать AP тем детям и, соответственно, high school диплома, тем детям, которые уже твердо решили, что они хотят отправиться в Америку, и ваша школа подошла бы, наверное, тем, кто, может быть, не решается отправить в Америку, потому что это очень далеко, тогда как Англия поближе, и американская школа в Англии, это был бы просто для них идеальный вариант, прекрасное решение, верно? Верно, но скажу больше, и для многих, я уверена, станет это сюрпризом. 121 британский университет признает диплом о среднем образовании американского стандарта и AP courses. То есть и программа AP, и американский диплом о среднем образовании, US High School Diploma признаются британскими университетами. То есть если вы еще не решили, Америка, Канада, Россия, Великобритания, можно подаваться и на IB, и на американскую программу. Прекрасно. А как выбрать? Это уже другой вопрос, потому что здесь нет вопроса, какая программа лучше или какая более престижная. Они обе признаются, эти вот и IB, и AP, они признаются очень такими программами, которые, на которых нужно тяжело работать и усердствовать. И университеты уважают студентов, которые идут на эту программу, потому что они знают, сколько часов домашней работы, сколько часов индивидуальной работы требуется. Здесь вопрос, на какой программе тот или иной ребенок лучше справится. Потому что есть дети, которым подходит IB, а есть, которым она категорически не подходит. И тогда у нас есть альтернатива, потому что AP подходит под кардинально другой профайл студента. Да. И это все мы с удовольствием объясним нашим клиентам. Да. Настя, вот еще я хочу сразу, пока не забыла, спросить по поводу 17-летних студентов. То есть это всегда большая проблема, потому что родители, конечно, часто спохватываются слишком поздно. И особенно 17-летние — это очень такая сложная ситуация. Насколько я помню, вы принимаете ребят на один последний год обучения, да, и принимаете в том числе, например, после российской школы. Да, но здесь, Наташа, я хотела бы предложить двуступенчатый ответ. Сначала да, мы принимаем ребят в возрасте 17 лет, и в этом еще одно преимущество американской программы, и которая открывает возможность поступления как в американские, так и в британские университеты. Дело в том, что каждый предмет AP, он изучается всего один год, в отличие от IB, когда нужно учить метов два года. То есть, если ты закончил школу российскую в 17 лет, и у тебя еще один год, ты можешь приехать в школу ACS, отучиться один год, взять какие-то предметы продвинутого уровня AP, а в зависимости от способности ребенок может взять 1, 2, 3, 4, 5 предметов, закончить практически таким же количеством предметов, которые они изучают на IB, и подавать документы смело в университеты в той стране, которую они выберут. И это не сделают,
индивидуальной поддержки нашей команды университетских советников, потому что у нас есть квалифицированные специалисты, которые поддерживают каждого студента на, знаешь, как англичане говорят, one-to-one, то есть это индивидуальная программа, то есть этот процесс, который мы ведем от А до Я, и мы держим за руку на протяжении всего этого процесса. Мы не только помогаем подать документы, написать эссе, сделать правильные рекомендации. Мы проводим полностью профилирование профессиональное, мы даем советы по будущей карьере, мы пытаемся подобрать университеты, которые ребенку подойдут не только в плане пройдешь или не пройдешь, а где им университет подойдет по стилю обучаемости, потому что ведь дети разные. Кому-то нужно больше индивидуального внимания, а кто-то лучше работает самостоятельно, без дополнительных факторов, которые будут отвлекать. То есть мы все это обязательно проведем. И более того, тебе скажу, что можно поступать как в университеты в Англии, так и в Америке. А когда уже получишь предложение места, выбрать, что тебе больше нравится. Да. Вот мы плавно подошли к вопросу о выборе школы. Я думаю, ты согласишься, так же, как университет, важно выбрать подходящие. Со школой то же самое. То есть, как ты считаешь, что важно при выборе школы? Тем более, я знаю, что твой ребенок учится сам в Кобаме. Да. И ты уже давно работаешь, поэтому ты понимаешь, что и ваша школа не всем подойдет. И в то же время есть какие-то другие школы, которые не подойдут, а лучше бы им оказаться в Кобаме. То есть родители, которые особенно сами бросаются вот в это открытое море, где совершенно ничего не понятно им, не опираясь на профессионала, они могут ошибиться. Может быть, ты дашь какие-то советы? Мне очень страшно, когда ты говоришь о родителях, которые сами бросаются в это море, потому что буквально даже этим летом, в августе, за пару недель до начала учебного года ко мне обратились несколько мам в абсолютной панике, готовые рвать волосы у себя на голове, потому что им сказал кум, им сказал сосед. И вот эти ситуации мне просто разрывают сердце, потому что часто случается так, что ребенок ведь один, шанса и права на ошибку нет. То есть нужно сделать обязательно правильное решение. И очень хотелось бы призвать всех родителей, чтобы они действительно доверяли советам специалистов и не слушали кумовей, не слушали соседей. У каждого дети индивидуальные. То, что подошло ребенку кума или соседа, может совершенно не подойти вашему ребенку. Более того, процедура поступления в школу, она не только проста, как иногда может показаться. Особенно, если мы дело с круглым отличником, да, поэтому очень важно понимать. И, наверное, все-таки на этот вопрос мне хотелось бы ответить не с точки зрения сотрудника приемной комиссии, а как мама, он прошел и британское начальное образование. После этого он у меня учился в традиционной британской школе, после чего в возрасте 12 лет, притом он учился на пансионе, и в возрасте 12 лет я его перевела в международную школу, где я работаю, ACS Кобом. И первое, что я всегда призываю родителей о чем подумать, первый вопрос: будет ли в этой школе счастлив мой ребенок? Никто счастлив, не знает. Именно Никто. Счастлив. Счастлив, да, счастлив. Наташа, это доказано опытом работы, многолетними наблюдениями. Несчастливый ребенок не будет думать, как ему подтянуть оценку по математике или поступить в продвинутый класс по английскому. Он будет думать, как ему решить проблемы, уехать из школы, попасть домой к бабушке и кушать пирожки. Он будет думать об этих всех вопросах. Он не будет думать о том, как ему учиться. Счастливый ребенок учится. Счастливый ребенок записывается на кружки, поступает в дополнительные секции. Знакомится, в первую очередь. Знакомится, заводит друзей. Это счастливый ребенок. Счастливый ребенок — это тот ребенок, который нацелен на успех, у которого есть установка получить прекрасное образование, получить все преимущества от этого образования, взять все. Если он доволен, у него расправляются плечи, он хочет рвать и метать, он идет вперед, правильно? Абсолютно. И вот как определить, будет ли ребенок счастлив? Ну, наверное, если позволяет возможность, и во времена пандемии все наши вот эти вот запреты на путешествия, конечно, я все-таки советую приехать и смотреть школы, потому что сердце родительское
оно всегда подсказывает. Вот ступила нога на территорию школы, сердце сразу сказало, да или нет, можно рассматривать или нет. Это мой личный опыт, это опыт моих коллег в индустрии, это опыт родителей, которые имеют детей уже у нас в школе много-много лет и по-прежнему приходят ко мне в офис и говорят спасибо. То есть это не мой субъективный опыт, а это именно как бы вывод, основанный на опыте различных мам и пап. Поэтому как выбрать, помимо того, что если, допустим, вы не можете посмотреть, нужно обратить внимание, что происходит, например, в пансионе, как дети заняты, сколько детей живет в комнате, будет ли вашему ребенку удобно и комфортно в этих условиях, сколько сотрудников работает в пансионе, какое внимание будет уделено вопросам ментального, психологического, благополучия, какой процент внимания будет уделен академическим вопросам. Например, вот у нас в школе, наверное, один из самых высоких соотношений учитель к студенту. У нас на одного преподавателя, который живет в пансионе, приходится всего 7 детей. У нас квартира сотрудника, который проживает в пансионе, на каждом этаже, с каждой стороны каждого крыла. Поэтому ребенок всегда знает, к кому прийти, к кому обратиться с какими-либо вопросами. Ребенок всегда знает, к кому подойти и сказать, я не понял эту тему по математике, помогите. Школа закончилась, учитель ушел домой. Должен быть кто-то, кто поможет. У нас в школе есть residential tutors, которые помогают и по академической. Но мне кажется, то, чем мы больше всего гордимся, это наша программа «1000 часов поддержки студентов». Это 1000 часов, которые мы уделяем в течение академического года для индивидуальной работы со студентами. И это не просто индивидуальная работа. Мы работаем по схеме психологического и ментального благосостояния университетов Уорика и Эдинбурга. В 2006 году было как бы государство Великобритании призвало медицинские университеты как разработать систему, чтобы определить ментальное благосостояние людей, чтобы они преуспевали в учебе, на работе. Это применяется для людей любого возраста, от младшего до старого. И вот сама расширенная система, там есть 14 пунктов. Мы работаем с 7 из этих пунктов, которые нам кажется применимы для молодежи, для тинейджеров, для ребят в той возрастной категории от 12 до 18, которые учатся у нас в школе. И здесь мы говорим об оптимизме, взгляде на жизнь, чувствуют ли они себя полезными, умеют ли они расслабиться, отключиться от учебы, переключиться на что-то другое и отдохнуть. Очень важно этому научиться, и как сложно на самом деле. Как справиться с проблемами? Может ли ребенок как индивидуум справиться с проблемой? Есть ли у ребенка эмоциональный контакт с друзьями, с учителями, с сотрудниками пансиона, с родными, которые находятся далеко? Как у ребенка обстоят дела с ясностью суждения? Не затмевает ли разум влияние какого-то друга? Не подавляется его мнение и выбор каким-то... Как классно. Здесь еще есть элемент умения мыслить независимо и принимать самостоятельные решения. То есть наши сотрудники, когда они выделяют 1 час в неделю для работы с тинейджером, для работы со студентом, который находится в нашей опеке, мы опираемся на все эти 7 пунктов. Естественно, мы сидим, болтаем. Как у тебя прошла неделя? А как у тебя там по математике? А что твой друг из Гонконга? Но при этом мы ведем оценку всех этих 7 ступеней, всех этих... Во-первых, мы развиваем доверие, да, они понимают, что с нами поговорить обо всем. Это как дома. Кто-то может идти к бабушке поплакаться, кто-то может идти бежать к папе похвастаться, кто-то привык со старшим сестрой или братом. И у нас в пансионе есть сотрудники, представляющие различные возрастные категории, которые могут ассоциироваться с той или иной моделью поведения в семье. И они работают с детьми на индивидуальной основе в это же время, в этой непосредственной беседе, отдавая оценку всем этим ступеням. То есть мы точно знаем, что у нас все в порядке. А если зазвенел звонок, есть подозрение, что что-то не в порядке, у нас есть
медсестра, у нас есть и психолог, который непосредственно работает с детьми в пансионе, у нас есть команда преподавателей и заведующих классами, с которых мы можем привлечь, и, естественно, постоянная связь с родителями. То есть мы всегда работаем. Отлично. Поэтому, да, впечатляет. Говоря о счастье, нужно, мне кажется, обязательно все-таки основу опираться на то, сможет ли школа создать то окружение, чтобы ваш ребенок был счастлив, чтобы он не был более как бы несчастен, чем он дома. То есть для нас однозначно это дом. Вот. Знаете, еще... вот сейчас как раз, извини, тебя перебью, сейчас как раз такой очень для многих сложный период, когда они впервые, может быть, отправили детей в пансион, и у нас в Англии только что начался учебный год. Понятно, что в разных школах по-разному, но вот как раз последние дети прибыли. Случаются ли, ну, ты знаешь, что случаются проблемы с адаптацией? Может быть, у тебя есть какие-то истории, как они решаются? И какие у тебя советы родителям, которые сейчас через это проходят или пройдут в будущем? Ну, во-первых, сохранять спокойствие, не бить в набат, не создавать панику, доверять школе и общаться со школой. Если вы владеете английским языком, общайтесь напрямую. Если вы не владеете, общайтесь через своих агентов, через опекунов. И самое главное, нужно понимать, общаетесь ли вы с правильным человеком, потому что, например, по роду моей деятельности, и поскольку меня семьи знают, первый человек, к которому они бегут ко мне, да, но не всегда я, работая в приемной комиссии, могу решить вопросы самым быстрым образом. И я всегда родителям и агентам, и опекунам рассказываю, с кем нужно общаться на ту или иную тему. То есть, если у вас вопрос, там, у ребенка болит голова или заболело горло, конечно же, нужно писать, звонить в пансионат, потому что хаус-паренты, люди, которые смотрят за детьми, они находятся на месте, в то время как сотрудник офисный, например, приемная комиссия, мы дома, мы не в школе. То есть нужно понимать, с кем общаться. И заблаговременно, когда вот либо ребенок перед тем, как уезжает, или уже когда он, вот он приехал, найдите, с кем вы можете связаться. Узнайте мобильный номер телефона хаус-парента. И запомните одно. Обращаться нужно только в экстренных случаях, потому что если вы будете звонить и рассказывать, моему ребенку не додали салат или еще что-то такое, то в следующий раз просто ваш запрос серьезно не воспримут. Но я приведу, наверное, вот такой вот совершенно комический случай, который со мной произошел в понедельник. Мне на WhatsApp позвонила мама. Мама из Турции, и без предварительной договоренности уведомила меня о том, что она в школе и сейчас же не требует встречи со мной. То я ответила, что, может быть, ей лучше встретиться с хаус-парентом, который работает в пансионе, потому что дочка в его опеке, но она потребовала, что нужно встреча со мной. И как только я еще только подходила, мы еще даже не поздоровались, она сразу заявила, что вообще в школе дочку закормили курицей, одна курица, вот больше ничего, ни овощей, ни фруктов, никаких других продуктов, вот одна курица и все. Ну, благо, по стечению обстоятельств, мама объявилась в школе именно в тот момент, когда как раз столовая открылась и начиналось время обеда. Естественно, очень быстро я ее провела в нашу столовую. Наши приветливые сотрудники объяснили ей, что в основном продукты закупаются в местных фермах, в графстве Сурей, по возможности органические, что мы составляем меню, которое утверждается нутрициологом, что питание очень здоровое, что овощи и фрукты являются обязательным элементом здорового питания. Мы предоставили меню, там, а ты же знаешь, у нас международная школа, и меню международное, то есть у нас был там мексиканский день, да, французский день, итальянский день, американский день, и, естественно, например, мексиканский день могло быть там фахитос из курицы, но при этом еще были свиные ребрышки, была вегетарианская, были салаты, было там и салаты из кукурузы, и сальса. Или, например, в американский день был
бургер говяжий и был бургер куриный. И вот она мне показывает, утверждает, вот же курица, и курица, и курица. Я говорю, ну посмотрите на разнообразие же все-таки, есть же не только курица. Она говорит, ну вот все равно, курица каждый день, там много антибиотиков в курице. Я говорю, вы знаете, говорю, вы мне не оставляете другого выбора, говорю, и ответ нет, я не приму, говорю, мы обязаны с вами просто пойти сейчас, взять еды и покушать вместе. Ну, конечно, маму это обезоружило, и когда она попробовала наши куриные фахитос, она сказала, и я ей показала разнообразие салатов и фруктов на витрине, и она сказала, можно я это все сфотографирую, отправлю своей дочке. Поэтому я хочу сказать, что когда ваши дети уезжают в школу, ну, конечно, они скучают по бабушкиным пирожкам. Ну, конечно, они скучают по завтраку, поданному в постели. Особенно после лета, когда каникулы, когда не надо рано вставать. Все Да. немножечко избалованные, немножечко больше залюбленные. И, естественно, для них это шок. Они рано просыпаются, и они кушают не бабушкину стряпню. Понятное дело, как бы вкусно школа ни готовила, сравниться с бабушкиной или маминой стряпней это не может. А особенно, если у вас в семье работает личный повар. Повар. Вы должны себе отдавать в этом отчет. Но когда вам дети звонят и паникуют, просто отдавайте себе отчет, что, может быть, они скучают, немножечко хотят больше вашей любви. Совершенно верно. Поэтому побольше отправляйте им смс-ок, как сильно вы их любите, как сильно вы тоже скучаете. И что уже не за горами октябрьские каникулы. И уже буквально через несколько недель вы встретитесь. И поверьте, вопросы про курицу или холодную комнату, или тонкое одеяло, или сквозняк из окна, все эти вопросы просто отпадут. Они просто скучают, они просто адаптируются. И это естественный процесс. А потом начнутся во втором полугодии вопросы, когда вы будете нам звонить и говорить, мне ребенок не написал, со мной Да, ребенок да, да, не хочет да, написать. Тогда у вас начнется паника, потому что ребенок уже адаптируется, интегрируется, он будет чувствовать себя абсолютно счастливым и не будет даже вспоминать, что нужно еще позвонить домой. Так оно и есть. Я помню, когда я писала нашему хаус-мастеру, пожалуйста, попросите, чтобы мой сын наконец хотя бы написал домой. Он мне сказал, Наташа, ты не представляешь, сколько у меня таких запросов от родителей. Но сейчас, говорит, буду за ними гоняться и заставлять их писать. Потому что на самом деле, когда ребенок не пишет, естественно, не звонит, у него просто все супер хорошо, волноваться не нужно. И я с тобой на 100% согласна, что все эти сквозняки и так далее отпадут. Вот дошло до того, ты знаешь, какая жара была в Англии последние 3 дня. Да, и у нас есть двое детей, которые все эти 3 дня говорили родителям, как холодно у них в комнатах, и что они спят в носках. То есть, я говорю, вы знаете, у нас так жарко, то есть шлешь прогноз погоды, да, здесь кондиционеров нет. В общем-то, было все наоборот, дышать невозможно, хорошо, хоть ночью какая-то прохлада. И с этой курицей, да, говорили дети, что их кормят одними зелеными яблоками или кормят одним беконом. То есть вариаций, в принципе, очень много, но они сводятся к одному. Или очень холодно, или плохое питание, или там маленькая комната, или я не знаю, живу с кем-то, кого, кто мне не нравится. То есть какие-то вот такие бытовые вопросы. Они, естественно, отпадают, потому что ребенок, он маленький, он не может сказать, ну, в смысле, еще не опытный, он не может сказать родителю, ты знаешь, вот мне так некомфортно на новом месте, ты, пожалуйста, дай мне больше любви. Но он так не может свои чувства сформулировать, поэтому он начинает собирать все, что можно и не можно. А родители, мне это даже удивительно, но не все родители, но часть родителей ведутся и воспринимают все действительно вот в этой геометрической прогрессии. Да, именно так и есть. А всего-навсего нужно чуть-чуть побольше любви. Им же тяжело далеко от дома. Ну ничего, они привыкают, при том привыкают очень быстро. И на... Расскажи, пожалуйста, а как вот у вас в школе происходит вот этот процесс привыкания? То есть дети записываются в кружки, да, я так полагаю. Как вы их интегрируете? Ну, смотри, во-первых, адаптироваться в нашей школе очень легко, потому что, опять, международная школа — это огромное-огромное преимущество. Знаешь, много лет назад мне довелось пообщаться с очень интересным заведующим пансиона в одной школе, и он сказал, в британских школах, в традиционных, есть 4 национальности. Это англичане, это китайцы, это русские и все остальные. Это четвертая Интересно. национальность. Поэтому, ну, задача каждой школы, как эти национальности смешать. А у нас получается, у нас их 33, потому что это отличие международной школы, это еще одно отличие. И нам не надо никого ни с кем смешивать. Они вот просто подходят друг к другу. Привет, будем дружить.
И я точно это знаю, потому что это я все видела. Или, например, вот к нам 22 августа заезжали студенты, естественно, я была на месте, приветствовала каждого из них, собирала паспорта. И если я знаю, что я читала в документах, когда они подавали документы на поступление, я видела, что, допустим, этот ребенок играет на гитаре, и тут я смотрю, приехала девочка, я говорю, ой, подойди, пожалуйста, я говорю, вот ты нам писала, что ты там играешь на гитаре, а вот мальчик там играет на саксофоне, может быть, вы вместе пойдете и в джаз-бенд запишетесь. Или я, например, знаю, что кто-то уже из этой страны есть, а ребенок новый прибывает, то есть мы обязательно их знакомим. А помимо этого, когда мы их поселяем в комнаты, а у нас до возраста 17 лет они живут в комнате на 2 человека, мы всегда рассматриваем, потому что мы отправляем им опросник, и мы составляем не только психологический, но и портрет об их интересах и хобби. И если нам ребенок пишет, там, я занимаюсь регби, я люблю футбол, или там, я пловец, или я очень хорошо рисую, хочу быть дизайнером интерьеров или модным дизайнером. То есть мы сопоставляем эти профили, мы поселяем детей, чтобы им было о чем поговорить. И очень часто селим ребят из того же класса, вновь прибывших, кто был уже у нас в прошлом году. Потому что когда ты приезжаешь, и все новенькие, ну, очень тяжело все-таки выйти из комнаты и самому себе сказать, ну, пойдем посмотрим, что там. Ну, понятно. А есть уже человек, который все знает. Поэтому перед началом каждого учебного года мы организовываем вводный уикенд. Это когда приезжают все-все-все новые ребята с мамами, с папами. И сюда же приезжают наши ребята, которые уже у нас учатся давно, живут в пансионе, они выступают волонтерами, и они просто как бы вот помогают этой интеграции. Они рассказывают, что, к чему, как. Но на самом деле это действительно уникальная особенность международного пансиона, потому что все очень дружелюбные, все прошли эту школу, все когда-то приехали, все были новенькими, и все с большим пониманием относятся. И у нас действительно очередь из ребят, которые хотят быть волонтерами, чтобы принимать новых ребят, чтобы показывать им, что, где, как. И, естественно, мы приглашаем родителей, чтобы родители удостоверились, что дети не просто в наших надежных руках, дети уже обзавелись буквально за полдня новыми друзьями. Mm-hmm. Потом родители просто тихонечко-тихонечко отъезжают. И поверь мне, правило, когда... И я вот 22 августа в этом убедилась. Как правило, плачут мамы, но дети уже однозначно. Дети уже так, так, там друг ждет, сейчас я пойду, друг уже мне там машет, сейчас мы пойдем заниматься тем, что нам нравится. И многое зависит от того, насколько быстро и вовремя мамы прекратят плакать или хотя бы прекратят это детям демонстрировать, потому что детям это иногда начинает передаваться, это деструктирует их и очень плохо влияет на психику. Иногда поэтому некоторых детей забирают, но не из-за детей, а именно из-за того, что мамы не могут без них жить. Да. Ну и помимо этого, Наташа, когда они приезжают, мы садимся индивидуально с каждым ребенком, мы спрашиваем, что тебе нравится. И вот они нам рассказывают то и то, и то, и то. А потом уже, когда начинается учебная неделя, мы говорим, ну вот ты нам рассказал, нужно записываться в кружки. И ты знаешь, как правило, бывает один или два или три, которые говорят, да я ничего не хочу, мне неинтересно, я лучше пойду в комнате полежу. И тогда мы достаем бумажку, куда мы записались, что ему нравится. Нет, ну все-таки же ты сказал, что тебе нравится играть в футбол. Давай все-таки ты пойдешь в футбол поиграешь. То есть мы не даем им возможность уйти в комнату, и застрять там в своих мыслях и остаться наедине с собой. Мы их вытаскиваем из комнаты, при том, что у нас в школе больше 50 кружков, и это не считая спорта. То есть 12 видов спорта, и помимо этого кружки. От оригами до дебатов, от модели объединенных наций, продолжая STEM, клуб юных медиков, клуб адвокатов. Я не буду даже все перечислять. Столько всего по интересам. На самом деле перепробовать невозможно. Поэтому мы детей очень быстренько в это все втягиваем,
так что им скучать не приходится и не доводится. У них нет времени на это. На самом деле, в конце дня, после того, как они отучились, после того, как они покушали, после того, как они походили по всем клубам, после того, как мы их вывезли в Кобом, который 5 минут от школы находится, показали им настоящую британскую жизнь, что они приехали сюда не только жить на красивом кампусе, а что они приехали сюда интегрироваться, смотреть на британскую жизнь, делать то же, что делают местные британцы. И после этого у них всего-то вечером остается после домашних уроков пару часов на то, чтобы пообщаться, сыграть настольную игру, посмотреть фильм или просто посидеть, поболтать с друзьями. Поэтому скучать... Так, у нас уже остается немножко времени, поэтому будем в более быстром темпе. Настя, скажи, пожалуйста, такой очень болезненный вопрос тебе задам, который волнует многих родителей. Как контролируется ситуация с наркотиками? Наташ, вот если честно, работая в нашей школе, меня удивляет, что этот вопрос до сих пор родители задают, потому что, ну, ты знаешь, что в британских школах с этим очень строго, но, опять же, я не могу говорить за все британские школы, какие у них policies, да, какие у них политика. Я знаю, что у нас политика нулевой толерантности, и когда дети приезжают в школу, ну, дабы подальше от греха, мы сразу их об этом уведомляем, что если инцидент случится, то вы уезжаете, притом даже не на следующий день, а в этот же день первым же самолетом. Если самолета в этот день нет, вы уезжаете к опекуну и оттуда отправляетесь домой. Без права на положительную рекомендацию, без которой в другую школу Великобритании просто не примут. Да. А в Америке и подавно не примут. Ну, то есть карьера обучения на этом закончится. Да, то есть мы их сразу об этом предупреждаем. Помимо этого, мы показываем им тот прибор, который находится в офисе у нашего директора бординга, который буквально по отпечатку пальца с использованием малейших крохотных частиц пота на кончике пальца может определить 43 наркотических вещества. Вот до чего техника дошла. Техника на грани фантастики. И когда мы им говорим, что если у нас закрадется хотя бы малейшее подозрение, мы в ту же минуту можем ваш пальчик положить на этот прибор. Они знают это, они знают, что произойдет, если, не дай бог, что-то там покажет этот прибор. И поверь мне, попыток нет. Попыток нет. И я уверена, что в других школах то же самое, потому что я работала со многими школами и, естественно, общаемся с коллегами, с директорами школ, с замдиректорами, с директорами пансиона. Ты знаешь, что британские школы дружат друг с другом, как бы конкурентности нет, поэтому мы делимся опытом, рассказываем друг другу, что и как кто делает. Я уверена, что в других школах точно такая же политика, как у нас. Просто родители иногда почему-то пребывают в некоторые иллюзии, возможно, которые им навязали знакомые или приятели, которые говорят о том, что якобы если ты ребенка отправил в Англию, то он чуть ли не вернется наркоманом. Я говорю им о том, что как раз наоборот, когда он находится в школе, то шансов значительно именно здесь, в Англии, в школе, шансов гораздо меньше, чем если он был бы там в Москве, в Киеве или в Красноярске. Однозначно. Однозначно, потому что меньше свободного времени, больше безопасности, и это еще один элемент, на который нужно обращать внимание при выборе школы — безопасность. Притом у нас в школе по территории установлены камеры наблюдения, то есть мы всегда знаем, кто в каком направлении подался, кто куда пошел. Они знают, что у нас есть всегда подтверждение, поэтому даже если есть какие-то мысли в голове, поверь мне, соблазну они не поддаются. Да. Вот дома, пока родители заняты делами, пока родители на работе, пока ты пришел со школы, можно, наверное, успеть сделать все, что угодно. Поэтому я с тобой согласна, что в школе ребенок в более надежной опеке, в более надежной защите от пагубного влияния. Скажи, пожалуйста, а вы отпускаете детей одних в Лондон, например? То есть как вот это устроено, учитывая, что вы недалеко достаточно от Лондона? Ну смотри, у каждого ребенка, у каждого родителя и у заведующего пансиона есть приложение на телефоне, которое мы используем. Если ребенку есть 16 лет,
И у него есть еще как минимум три друга, с которыми он хочет поехать в Лондон. Он отправляет через это приложение запрос маме, папе. Я хочу поехать в Лондон. Если мама, папа говорит, хорошо, можно, тогда заведующий пансионом моментально видит этот ответ и в выходные. При условии, что сделаны все уроки, никаких хвостов, никаких опозданий, изумительная дисциплина. И тогда house parent может разрешить. То есть здесь не только мама, папа разрешили, house parent может не разрешить, если ребенок, допустим, не сдал две домашние работы, если мы знаем, что нужно поучиться. То есть 16 плюс в группе от 3 и больше они могут ездить в Лондон. Дети младшего возраста с 12 до 15, они могут раз в неделю выезжать в Кобм на нашем школьном автобусе, то есть мы их вывозим. И начиная с 14 лет, опять же, при наличии запроса и утверждения от родителей, они тоже могут выезжать в Кобм самостоятельно в группе от 3 или больше. И родители при этом решают, группа 3 и больше или группа 5 и больше. То есть если тебе мама сказала, если у вас будет пятеро и ты можешь идти, то это ответственность ребенка собрать пятеро, чтобы они пошли. Пешком до Кобома 20 минут, на такси 3 минуты. У нас есть компания такси, с которой мы сотрудничаем. У них все шоферы имеют проверку DBS, то, что они не судимы, психологически нормальные, имеют возможность работать с детьми, то есть они могут поехать на такси. Но я тебе честно скажу, ты знаешь, что у меня сын в пансионе в ACS, и я ему разрешаю выходить в группе от 3 и больше с 12 лет, потому что где находится наша школа, здесь живут только дипломатические семьи, только знаменитости, футболисты Челси. Благополучный район. Очень благополучный, здесь бояться нечего, здесь просто безопасно. Поэтому как бы... А у нас в Кобаме, ты знаешь, и кафешки, и кофейни, и магазинчики. Им интересно. И при том, что я не вижу ничего дурного в том, что дети не только будут находиться в стенах Альма-Матер, а еще и действительно получать опыт британской жизни. Поэтому, Тем если более вы... Кобом это очень красивая, да, такая большая деревня, назовем Да. это так, одна из самых красивых в Англии считается. Да. Ну и, наверное, подходим уже к последнему этапу. Расскажи, пожалуйста, с какого возраста дети учатся у вас в школе, с какого возраста можно жить в пансионе и как происходит процесс зачисления. Поступить, я знаю, к вам не очень просто, но, может быть, ты расскажешь нашим зрителям о том, на каком этапе это все-таки просто. И когда начинаются усложнения? Ну, как я тебе уже сказала, большинство наших студентов это местные ребята из Лондона, лондонского пригорода, поэтому образование мы предлагаем начиная с возраста 2 лет. И часто поступают дети из русскоговорящих семей, которые прибывают в Лондон на постоянное место жительства. В пансион можно приехать, начиная в возрасте с 12 лет. Это минимальный возраст, когда можно поступить. На мой взгляд, процедура поступления легкая. Потому что в отличие от других школ, мы не требуем никаких экзаменов, кроме английского, и на этом бы я хотела сакцентировать внимание. Потому что остальные документы, это и ты можешь всем родителям рассказать при необходимости. Это, как правило, рекомендация от учителей, эссе от студента, заполнение анкет, определенных опросников, какие-то для родителей, какие-то для самого студента. Но самое главное — это оценка английского языка. И вот работая в школе, я столкнулась иногда с очень досадными ситуациями, когда ребенок талантлив, оценки великолепные, и ты понимаешь, что он бы в этой школе просто ял звездой, а английского нет. Нет английского и прийти невозможно, и догонять поздно. Поэтому я хочу призвать всех родителей, если вы еще не задумались о том, что вашему ребенку нужно подтягивать английский, очень настоятельно рекомендую все-таки обязательно отправлять летом на программы. А еще лучше, поскольку это более и более становится популярным, отправляйте хотя бы на 2-3 недели или на триместр в На течение погружение, самого да, года все. на покружение, потому что все-таки летняя программа — это очень здорово и хорошо, как первый, второй раз, потому что там будет много иностранных студентов. А вот погружение даст вашему ребенку настоящее понимание, что такое пансион,
Что такое жить с иностранными ребятами, целый день говорить и думать только на английском, какова дисциплина. И также вы можете попробовать, подойдет вашему ребенку более британская система образования или все-таки международная, как ECS Кобом. И, кстати, к нам тоже можно приехать на более короткий срок. Можно на один семестр приехать, можно приехать на 3 месяца. Это тоже называется интеграция, чтобы Если ребенок... есть места в пансионе, я так понимаю. Если есть места в пансионе, Наташа, ты правильно понимаешь. Но поэтому и нужно обращаться и думать об этом всем заблаговременно. Поэтому и призыв, что думайте о том, чтобы у вашего ребенка была подготовка по английскому. Думайте о том, чтобы у вашего ребенка были года в запасе. То есть, например, если вы хотите, чтобы он выпустился из британской школы, чтобы ребенок поступил в университет либо в США, либо в Великобритании, начинайте заниматься этим заранее, потому что годы летят. Если вы в 14 лет первый раз отправили летом, то у вас, можно сказать, не осталось времени на Да. погружение, не осталось времени на поступление, если у ребенка английский не поставлен. Но я знаю, что есть такие колледжи, которые специализируются именно по подготовлению детей к поступлению в Да. британские школы. Они тоже в Англии, Да, и например, основной Бишоп упор идет Строу колледж. на английский. И я могу сказать, что мы как школа, и, кстати, я вижу, Ольга спрашивает, как называется школа. Школа А я называется уже написала. ACS. Да, отлично, Наташа. Вот, поэтому что я хочу сказать, что у меня были такие ребята, когда вот действительно тот вариант, когда ребенок, ну, 100% кандидат, тот, которого мы хотим забрать с руками и ногами, но не можем, потому что нет английского. И дети поехали на подготовление на все лето, на 3 месяца. И мы им дали предложение места с условием, что они подтянут английский язык. И просто действительно произошли чудеса. Мы как школа ни в какой партнерской ассоциации с Bishop Stroh не состоим. То есть это не реклама. Я хочу, чтобы все слушатели понимали, что я просто делюсь тем опытом, который произошел. И такой у меня случай был не один, что действительно эти колледжи, они очень хорошо подготавливают. И даже на данный момент, к моему огромному удовольствию и большой гордости, к нам заехала в этом году, вот в сентябре, девочка из Мексики, которая в июне месяце еще провалила экзамен по английскому языку, но благодаря Bishop Stroh, их консультациям, их интервью, их поддержке, она все-таки сдала экзамен по английскому языку и приехала к нам учиться. И я этому несказанно рада. Поэтому, да, обязательно Ты знаешь, нужно это все-таки готовить. действительно, я даже поражаюсь тому, вот они творят чудеса. У меня такое чувство, что там работают волшебники. У меня было две девочки, которые уехали в марте на целый семестр. Обе не хотели учиться в Англии, то есть родителям надо памятник поставить, они их уговорили. Ну, правильные родители, да, которые понимают, что это важно. В результате одна через 2 недели пребывания в Бишоп Строу решила, что она будет поступать в школу, и она уже сейчас находится в школе, она уже поступила. И другая девочка, как мама говорит, жаль, нельзя приложить ее зареванное лицо, которое смотрело на меня в аэропорту, да, то есть как бы там живого места не было. И говорит, когда через 3 недели она начала мне звонить и говорить, давай решать дроби прямо по телефону, да, потому что учитель математики такой офигенный. То, говорит, она рассказывала, что она там какую-то корову играет в театральной постановке, то в какой-то эстафете она победила, то они поехали сюда, туда. То есть, говорит, ребенок приехал на таком возбуждении, причем ей всего 11 лет. Мы, естественно, тоже сейчас занимаемся поступлением ее со следующего года в пансион. И мы в этом году 27 человек отправили летом только на программу. Bishop Stroh, конечно, молодцы, они, несмотря на пандемию, отработали. И вот сейчас у нас люди оформляются, потому что кто-то действительно спохватился слишком поздно. Вот сейчас у меня девочке 16 лет, она оформляется в Bishop Stroh на семестр. И мы искренне надеемся, так как английский у нее реально плохой, что она у нас к декабрю подтянется и сможет уже пойти в пансион. Вот, поэтому спасибо, да, за то, что ты высказалась, так сказать, в защиту Bishop Stroh, потому что многие просто не понимают необходимости. Наташа, я просто обожаю такие истории успеха, потому что все-таки закладывается кирпичик в будущее ребенка. И просто, знаешь, за что я люблю свою работу больше всего? Я люблю вот за такие истории успеха, когда ко мне приезжают родители, и я смотрю на этих деток, они, как правило, испуганные, скромные, и они не знают, что вообще их ждет, и что. А потом через 2-3 года, 4 года, или даже через год я иду по школе, и
они просто расцветают. Вот буквально на днях я смотрела на девочку, ее зовут Гергана, она из Болгарии. Она приехала вместе с папой в возрасте 12 лет. С ними не было переводчика, я им показывала школу. Она явно не хотела никуда поступать, а поскольку у меня где-то там глубоко есть какие-то болгарские корни, я понимала, что она папе переводила и что нет. И я ей на Прикольно. английском: ты не хочешь папе еще это рассказать или это? В общем, в итоге она поступила. Через 2 года поступил ее младший брат. Она у нас играет в джазовом оркестре на саксофоне. Она поет в хоре. Она Класс. танцует. Она просто такая красавица, цветущая. Она, помимо этого, еще ACS Ambassador. То есть она именно тот студент, который смотрит за вновь прибывшими, который То есть показывает. представь, какой у нее уровень уверенности в себе, да, что самое Да. главное. Да, а приехала ничего не желающая, абсолютно немотивированная, Боялась наверняка абсолютно всего. испуганная девочка. И вот когда я вижу это, я понимаю: Господи, моя работа настолько вознаграждается. Я просто обожаю свою работу, именно потому что я иду по школе, и я на каждом шагу вижу, вот за 6 лет работы в школе, я уже столько через мои руки прошло, я просто влюблена в это все, потому что невозможно не гордиться ими, какие они молодцы. Я полностью разделяю твои чувства, у меня просто мурашки. Я любую историю успеха рассказываю, у меня всегда мурашки бегут. Вот сейчас ты рассказывала, я тоже просто сижу и кайфую, что вот эти, можно сказать, гадкие утята, да, превращаются в прекрасных лебедей. Да. Ну что, ну, наверное, тогда на этой прекрасной ноте мы закончим. Дали родителям много пищи для размышлений, пусть они думают. Хотелось бы дать больше, Наташа, если честно, энергия распирает еще столько Хотелось всего бы, не да. сказала. Да. Но как я думаю, что родители знают, как с тобой связаться, и ты Конечно. всегда можешь подсказать, как со мной связаться, и мы ответим на любые вопросы Да, в спасибо индивидуальном. большое, Настя, огромное. А Было тебе очень спасибо. интересно. Хорошего Хорошего дня. тебе дня и до встречи. До встречи. Всем хорошего дня. До свидания. Ладно, пока. Пока.